О, беляши маленькие тоже вышли. Все потихоньку выходят. Ага, львы не очень любят ходить по сырому. Это не тигры. Бранди. Как Лева на нас смотрит. Красавчик Лева. Ой, куда-то убежал, у меня камера. Ну, сейчас прохладно на улице, не лето. И львы, конечно, более активные. Кто-то встречает посетителей с ведрами. Прям на самом входе встречает, чтобы мимо не прошли. Так, тут у нас там спрятался под мостик. Угу. Гектор и Гефест. С ними. С ними, похоже, Аякс. Или, нет, по-моему, Аякс. Да, смотри, 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 как смотрит на нас. Давай. Нам надо, Настя. Давай с Федиком щелкнем. Кого, Данишку? Да. Давай. Да, вставай. На мапу, у тебя все хорошо получилось. Да. Да. Все нормально, не хотите. Не, не, не. Я столько чего. Значит, он два не будет. Даня балуется. Спросируй, смотри. Надо, да, чтобы 10 раз не спросируй. Иди, мол, поставай. Иди. А их лев и дочек. А их Зевс идет. О, вот это. Зевс, ой, гривый. А вон маленький еще. Можно его с собой заберу? Каким тоже играют? Это два маленьких с Донбасса. Этих? Ой, о, на голову. Вера, ты чего? Это случайно. И он там очень мелкий. Лев такой сидит, обиженный. Нет, ты подожди. Ой. Вера. Матильда. Только у меня одна штука. После какой лов? А вон там... Папа, дайте им двух маленьких.